Вместо торговых площадей – амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса. 500 квадратных метров на улице Промышленная подходит для размещения центра с компьютерным томографом. Здесь планируют осматривать пациентов с подозрением на COVID-19 и тех, у кого диагноз подтвержден. В настоящее время за сутки на компьютерной томографии, которая работает для амбулаторных пациентов в ЦГБ, в ЦКМСЧ, делается от 50 до 100 компьютерных томографий в сутки. Поэтому мы рассчитываем на 100 пациентов в сутки. Центр нацелен на то, чтобы пациенты на амбулаторном лечении имели возможность в любое время суток пройти КТ, сдать минимальный перечень анализов и сделать ЭКГ. Площадь, на которой расположится центр, осмотрел губернатор. Специалисты отмечают преимущество помещения прежде всего в его удаленности от многоквартирных домов, что исключает риски переноса инфекции. Здание также находится в нескольких минутах езды от ковидного госпиталя. Центр амбулаторного лечения планируют открыть в марте к моменту поставки томографа за 40 миллионов рублей. Нас это точно не пугает, самое главное, чтобы у нас была возможность здесь оказать самые качественные услуги. 40-40, значит, больше-больше, значит, поэтому... Понятно. Ну, Сергеевич, повторяю. Здесь проблем никаких нет. Мы за ценой, что называется, не постоим, как в народе говорят. Да? В распоряжение центра дадут две машины, которые смогут доставлять будущих пациентов после осмотра обратно домой на амбулаторное лечение. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости УлПравды ТВ.